Всем привет, я Даша. На случай, если вы пропустили предыдущее видео, я в таком образе, потому что декабрь, скоро Новый год, и я заранее пытаюсь создать новогоднее настроение. Это итоги сезона, то, каким был для меня была книжная осень 2021 года. Итак, итоги. Я прочитала 23 книги в общем и целом. Из них исторических художественных 8, фэнтези 6, детектив целый один, 3 инструкции, ну, в том духе, что как написать книгу за 30 дней, там, создание арки персонажа, все в таком духе, 2 книги документально-исторических и 3 приключенческих. В исторические художественные вошли такие книги, как книги Черкасова «Конь рыжий» и «Черный тополь», Хагарда, Элик, Светлооки, Радищев «Из Петербурга в Москву», 3 книги Филиппа Грегори, «Вечная принцесса», 3 сестры, 3 королевы и другая Болейн. Из фэнтези «Последнее желание» Сапковского, 4 книги из цикла «Сквозь зеркала» Пера Кристель-Дабо, или Дабо, прошу прощения, не знаю, как ударение. Сборник сказок «Седьмая принцесса» Фарджин. Из детективов «Ошибки прошлого» Диана Чемберлен. Из инструкции «Как написать книгу за 30 дней». «Атлас счастья» и «Создание арки персонажа». Из документально-исторических Андрей Боголюбский, Алексей Карпов. И «Боги, гробницы и ученые» Кирам. И, наконец, «Приключения». Все 3 книги принадлежат перу Владислава Крапивина. Это цикл «Острова и капитаны». Там «Хронометр», первая книга, вторая «Гранат» и третья «Наследники». Итак, мой топ 3 лучших книг осени из прочитанного. На 3-м месте «Вечная принцесса» Филиппа Грегори. На 2-м «Ее же пера», 3 сестры, 3 королевы. И на 1-м, не буду тянуть долго кота за хвост, тем более это живодерство, мяу, «Острова и капитана», «Наследники» Крапивина. Вот, это был мой личный топ, он был не очень сложным, как-то с книгами мне не так уж и везло, что я не разрывалась между ними, что лайк, там, какую выбрать, какую включить в топ, какую на какое место, я как-то вот сразу определилась и сомнениями не терзалась. Вот, на этом все, такое вот коротенькое видео с выводами, пока-пока и до скорых книг.